Всем привет, дорогие друзья, и я всех приветствую на моем канале. Сегодня хочу рассказать о способе, как можно скачать Сбербанк онлайн и другие удаленные приложения из App Store. Думаю, мне сейчас не нужно рассказывать, какие приложения и игры пропали с российского App Store. Вы и так знаете. Но я обыскал уже все способы, в том числе на YouTube. Мне предлагали очень сложные схемы установок, которые мне не особо помогли, потому что на моем устройстве не было Сбербанка, и оно было новым. Но я нашел такой способ. Можно сказать, единственный. Как можно скачать такие удаленные приложения всего лишь в один клик и без компьютера. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к самому способу. Он действительно безопасный и абсолютно рабочий и проверен лично мной. Ну что ж, дорогие друзья, как видите, я перешел на свой рабочий стол и у меня уже установлено приложение Сбербанк. Но я могу его удалить. Как видите, он открывается и все работает. Давайте я удалю его для демонстрации сегодняшнего способа. Нажимаем на Сбербанк и удалить приложение. Да-да-да, удалить. Нажимаем удалить. Далее мы должны перейти в Safari, в этот сервис. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии по данным видео. Это самый большой каталог расширенных версий приложений с премиум функциями, которых не найти в App Store. Как видите, здесь есть карусель, какие приложения здесь есть. И для вас будет кнопка регистрация. Ну, давайте я тоже пройду регистрацию заново, чтобы показать, как это все работает. Нажимаю кнопку регистрация и создаем свой новый аккаунт в этом сервисе. Давайте я создам свой новый аккаунт и напишу свою почту. И нажать на кнопку «Зарегистрироваться». Как видите, нас приветствует личный кабинет и что мы вошли в аккаунт. Но нас сервис приветствует, что подписка не оплачена и на данный момент мы не можем смотреть приложение из каталога. Проработает у нас ровно год, как заявляет данный сервис. Ну, я этим сервисом пользуюсь уже давно, скачивал другие приложения. Например, вот этот царский ВК с офлайн и музыка. И тут еще куча всяких разных приложений. Как видите, кнопки «Установить» пока что нет. Они появляются только после оплаты подписки. Мы можем полистать ниже. Здесь есть куча большой список приложений. И, как видите, здесь есть наш Сбербанк онлайн. Также можно добавить любое нужное приложение для вас, просто написать им поддержку. Насколько я знаю, они в Телеграме, но я им еще не писал. Давайте я вместе с вами оплачу подписку. Как видите, они предлагают оплатить MasterCard, Visa или Мир. Все происходит через защищенный шлюз U-Money. Юкасса, точнее. Тут мы должны ввести свою карту и оплатить. Давайте я оплачу и продолжу запись видеоролика. Как видите, я успешно оплатил подписку и ко всем приложениям появились кнопки «Установить». Но, как видите, я удалил Сбербанк своего рабочего стола. Конечно, это была ошибка для многих, если бы у вас не было этого сервиса. Давайте долистаем до самого низа и найдем наше приложение. Нажмем на кнопку «Установить». «Установить». И перейдем на рабочий стол, дождемся загрузки данного приложения. И как видите, все скачалось без каких-либо проблем. И мы можем открыть Сбербанк наш. Отменить, разрешить. Все работает идеально. Ну что ж, дорогие друзья, поблагодарите меня подпиской, лайком и комментарием, получилось у вас скачать данного сервиса. Всем удачи, дорогие друзья, и всем пока.